Привет, мои хорошие. На прошлой неделе после выписки из больницы у меня была такая эйфория. Я думала, что все наконец-то закончилось. И сегодня будет последнее видео, где я скажу всем спасибо. Ты что, больше мне канал не понадобится. И что блогер из меня никакой. В принципе, так оно и есть. 1000 своих подписчиков я не набрала, просмотров тоже. Только разве что близкие, друзья, знакомые, ну, по крайней мере, видят и интересуются моей жизнью. Но это все лирика. Сегодня я была у онколога районного. Он в шоке, это мало сказано, о том, что меня после такой, с таким диагнозом, после такой операции, да еще и с возможными несколькими очагами, отправили просто в освояси. Раз в 3 месяца наблюдения, при таком результате это, ну, мягко говоря, ни о чем. Надо назначать таргетную терапию или иммунку, в принципе, как бы врач толком как бы не сказал. Поэтому пока все, что было в его силах, это дал направление мне в Петрово, онкоцентр там же в Песочном, куда я чуть было не попала однажды. Вот. Что скажут там? Буду очень надеяться, что все-таки лечение назначат, и не придется долго бегать и выяснять. Вот. Весьма неприятная ситуация с врачом получилась. Ну, видимо, так бывает. Он хирург, он свою работу сделал, а дальше разгребайся как хочешь. Ну, к сожалению, вот непосредственно меланома – это такая болячка, которая через 3 месяца может оказаться метастазами в головном мозге. Я уж не говорю про внутренние органы, это еще может быть и полбеды. А до мозга дойдет все, каейк. Так что будем бегать по врачам дальше. Вот, а вам всем спасибо за поддержку. Пока-пока.